Ну, на вид 30-35 лет. Смерть наступила в результате асфиксии. Странгуляционную борозду видите? Да. Угу. Ну, кто-нибудь посторонись. Ни документов, ни телефона. Похоже на ограбление. Следы волочения трупа зафиксировали? Пишу. Везет нам на трупы без документов. Бывает и похуже. Когда обгоревшие останки или без головы. Здесь хотя бы вон портрет есть. И кое-что в карманах. Вы закончили? Да, подробности после вскрытия. Танюх, скажи, чтобы возили. Чеки обязательно проверьте. Я проверял. Погибший расплачивался только наличными. Вот разбаловали вас современные технологии. Ножками надо пройтись. Зайти в магазин, может, там что припомнят. Пальчики погибшего пробили? По базе. Проверка отпечатков пальцев по базе зонального информационного центра результатов не дала. Заявления о пропаже мужчин, подходящих под описание погибшего, тоже нет. Следы на месте преступления? Там все затоптали. Ладно, работайте пока с тем, что есть. Да, и еще, к нам едет инспектор из главка. Опять? С внезапной проверкой? Ну да, так что надо как следует подготовиться. Что на этот раз будут проверять? Табельное оружие. Чтобы у всех было в наличии, почищено и хранилось в отделе, а не дома, у Харёв. Да всего раз и было, товарищ подполковник. Ага. Ну. В общем, я предупредил. Юрий Николаевич, я уже не практикант. Когда мне выдадут оружие? Табельное оружие тебе? Это плохая идея, Васильева. Ну почему? Потому что главное оружие девушки – это улыбка. Так ведь? Самовлюбленность – это главное оружие мужчины, Ваня. Юрий Николаевич, это дискриминация по половому признаку. Ну ладно, поспокойненько, феминистка. Сначала звание получить, потом об оружии мечтай. Чеки ничего не дали. А больше тут ничего интересного и нет. Ну почему же? Вот, например, ключик очень интересный. Чем? Таня, учим отчасть. Это ключи от наручников БРС-1. У меня ни ключа, ни оружия. Держи, подарок. Так, мы пальчики нашего погибшего по уголовке пробивали. А он мог в органах служить. Так что давай, отправь запрос в кадровое управление МВД на тему бывших сотрудников. Вперед. Электрика вызвала проводку делать, а она за шкафом, надо бы отодвинуть, да помочь некому. Танюш, у тебя же в отделе много молодых, сильных ребят. Ты бы позвала на помощь? Нет уж, эти молодые, сильные меня достали. Относятся ко мне как к маленькой девочке. Мы с тобой сами справимся. Подожди, надо хотя бы папки вытащить. Так сойдет. А чем тебя твои мужчины-то рассердили? Да в отделе табельное оружие проверять будут, а у меня проверять нечего. Потому что я женщина, они мне не доверяют, это сексизм какой-то. А зачем оно тебе? Я считаю, что тебе рано. Ба, это ты Зуева подговорила, чтобы мне оружие не давал? Да ты что? Хотя идея хорошая. Танюша, сыщик головой должен работать, а не пистолетом. Так, между прочим... Говорил мой дед. У меня ощущение, что все сговорились против меня. Даже вот дедушка в этом участвует. Тань, ну зачем тебе оружие? Вот скажи мне. Да для безопасности, ба. Преступники вооруженные по городу скачут, людей пачками убивают. Встань с той стороны. Боже мой. Ой. Ну, я ведь говорила, что надо достать папки.
товарищ Челышев, вы место происшествия покажите, а мы разберемся. Погиб мастер ремонтной бригады Леонид Красных. Такое ЧП у нас впервые, да еще накануне первомайского праздника. Может, несчастный случай? Разберемся. Петр Ефимович, что у нас тут, огнестрел? В какой-то степени, Виктор Сергеевич. В передней лобной доле погибшего дюбель строительного пистолета, видите? Ничего себе. Получается, неосторожное обращение с инструментом. Не думаю. В районе раны следы от машинного масла. Значит, инструмент приставили к голове. А еще у него ссадины и гематомы на затылке. Угу. Получается, преступник изначально избил жертву, а потом хладнокровно добил из строительного пистолета? Вскрытие покажут. Как на расстреле. Пуля в лоб. Кто нашел труп? Я. Я нашел. Здрасте. Вы кто? Залыгин я. Залыгин, вам плохо? Может быть, врача? На шатырь у нас есть? Не надо. Я ничего. Если ничего, то рассказывайте, как нашли. Я зашел в цех, а тут Красных с дырой в башке. Откуда зашли? Где вы были? Так с митинга. Все пошли поддерживать, как его, этого, защитника американских индейцев Леонардо Пелтьера. Пелтьера. Я тоже пошел. Получается, я последним его живым видел. Заглянул в цех, сказал Красных, что нужно идти на митинг. Он на меня огрызнулся. Мол, Пелтьер не будет за него план выполнять. Сложный характер у Лени был. Красных был конфликтным человеком. Красных был на хорошем счету. Передовик производства, рационализатор. Их бригада второй год подряд победитель соцсоревнования. Даже на слет передовиков ездили, опытом делиться. Да вот они все на доске почета висят. Получается, погибшего не все любили. Стекло давно было разбито? Утром, кажется. Я распорядился заменить, но у нас ведь, как всегда, то стекла нет, то времени. Сейчас заменим. Не торопитесь. Нужно сфотографировать портрет. Разве это как-то связано с убийством? Просто хулиганил кто-то. Завистников всегда хватает. Завистники и недруги погибшего, товарищ Челышев, меня интересуют в первую очередь. Лариса. Здрасте. Катя, иди, я догоню. Ага. Привет. Привет. Вот где не ожидал тебя видеть, так здесь еще и с ведром краски. А мне кажется, мне очень идет это ведро с краской. Нас от аспирантуры сюда направили для оказания шефской помощи. Мы тут забор красим. Но я же говорила тебе неделю назад. Говорила? Забыл, наверное. А это тоже аспирантка? Понравилось? Это Катя Вострикова, она тут работает. Вообще здорово, что ты здесь оказалась, расскажешь, что здесь происходит. А я думала, ты мне расскажешь, ты же следователь. Ну, заборы ты здесь красишь, а не я. Заключение дактилоскопической экспертизы по делу номер 128/16. На исследование представлен строительно-монтажный пороховой пистолет поршневого типа ПЦ-52. Далее объект номер 1. В результате исследования установлено, что поверхность объекта номер 1 не содержит годных для исследования образцов отпечатков пальцев. В карманах рабочей робы погибшего Леонида Красных найдены. Пропуск в депо. Есть. Рубль 20 мелочи. Угу. Пачка сигарет Перин, спички тарановской фабрики и старая медная пуговица с эмблемой железной дороги. Короче, ничего необычного. Что говорят свидетели? День на опрос потратил и все впустую. Никого из чужих в день убийства на территории депо никто не видел. Никто чужих не видел. Это тоже результат.
Значит, будем искать среди сотрудников депо. Что говорят о погибшем? Красных хоть и был на хорошем счету у начальства, но особой любви в коллективе не вызывал. Любви не вызывал. Но и открытых конфликтов ни с кем не было. Как-то не было. Красных недавно устроил скандал в комитете комсомола депо. Подрался с комсоргом Демиховым. Вы-то откуда знаете? Агентура сообщила. Ну, значит так. Видите эти две точки? Угу. Это след от электрошокера. Так вот как с ним справились. Сначала оглушили шокером, а потом удавку накинули. Чем душили? Склоняюсь к тому, что это был провод. Края странгуляционной борозды гладкие. А время смерти? Ну, предположительно, позавчерашней ночью в период с 22 до 23 часов. Далее. Во рту погибшего обнаружены ворсинки. Значит, затыкали рот тряпкой на запястьях. Синяки, соответственно, связывали руки чем-то вроде ремня. Ну вот, собственно, и все. Спасибо. Получается, оглушили, связали, доставили в лесопарк, там задушили. Но его стрёмно вместе в машине. Знаешь, что он может сбежать и позвать на помощь. Труп вести куда безопаснее. Вань, а что, если преступник изначально не собирался убивать жертву? Прости. Алло, слушаю. Ясно. Адрес квартиры вышли, смс-кой, пожалуйста. Спасибо. Ухарев звонил, пришел ответ на запрос. Погибший некий Курнашов, бывший сотрудник МВД, имел лицензию на детективную деятельность. Адрес квартиры есть. Поехали. Возможно, ноутбук и рабочие записи у Курнашова были с собой. Тогда убийца мог их забрать. Фотографии связаны с его работой? Возможно. Начнем с этой, где двое? Почему? Тут никакой информации, а тут вот Жанна и номер телефона. Я знаю эту девушку. Это Наташа Радецкая. Ничего себе удача. Ну, это как посмотреть. Снимок неровный, значит, был сделан скрытно. Похоже, погибший за ними следил. Кто такая Наташа? Никто. Просто знакомые. У нее муж Радецкий, богатый мужик, стройматериалы, все дела. Давай сначала к нему. Не понимаю, чем я так заинтересовал уголовный розыск. Может быть, мне пора вызывать адвоката? Адвокат вам не нужен, это просто беседа. Вообще-то я не обязан вас пускать в офис без постановления суда. Да, я в курсе. Я проходил тренинг у известного... Успокойтесь, пожалуйста. Вы с ним знакомы? Да, это Курнашов. А что с ним? Убит. Где и при каких обстоятельствах вы познакомились? На прошлой неделе, в среду, я к нему обратился как к специалисту. Мне нужен был частный детектив. Зачем? Следить за женой? Даже если это и так, какое ваше дело? Кого и зачем я нанимаю? Я закон не нарушал. Курнашов убит. Зачем вам понадобился детектив? Вы действительно не понимаете, зачем? Я подозреваю, что моя жена ходит налево. В последнее время она какая-то странная. Мысли у нее какие-то в голову лезут. Я постоянно в офисе, а она дома одна, без присмотра. Ну и что, Курнашов что-нибудь рассказал? Мы как раз сегодня должны были с ним встретиться в 5 часов. Кстати, вы не в курсе? Он узнал что-то? Нет, нам ничего об этом не известно. Всего доброго. Почему ты скрыл от Радецкого, что у нас есть фотография Наташи с мужчиной? Не обязаны отвечать на его вопросы. К тому же следить за чужими женами я лично не намерен. Ты серьезно думаешь, что Радецкий как-то причастен к смерти Курнашова? Не важно, что я думаю. Надо с Наташей поговорить. Привет! Привет. Господи, сколько мы с тобой не виделись, а? Год? Полтора. Ну, ничего себе. Здравствуйте, я Татьяна. А почему так официально? Может, давай на «ты»? Я Наташа, ты Ванина девушка? Коллега. А это когда-нибудь было препятствием? Нет, мы просто работаем вместе. А... Угу. Кто это на фото рядом с тобой?
Это Роман Штерн, мой коуч. Откуда у вас эта фотография? Твой муж нанял частного детектива. Детектива убили. Мы нашли эту фотографию у него в квартире. Ничего себе. А зачем он следил за мной? Ну, то есть, Кирюшему ему это зачем? У тебя очень ревнивый муж, Наташа. Слушайте, ну это просто цирк какой-то. Роман Штерн — это тренер личностного роста, причем очень крутой, и между нами совершенно ничего нет. Ну и чему он тебя учит, твой коуч? Слушай, ну он помогает мне совершенствоваться как личности. Я занимаюсь саморазвитием. А вот, кстати, и он, Роман Штерн. Здравствуйте. Вы тоже к нам? Знакомься, это Ваня, это Таня, они полицейские, они расследуют убийство. А это тот самый Роман Штерн, которому меня приревновал муж. Что? Что случилось, Наташ? Скандалы, интриги, расследования? Да, муж мой отколол номер, нанял частного детектива для слежки за мной. Понятно, но это бывает, это известный феномен. Стоит женщине заняться своим внутренним миром, как муж начинает ревновать. И никто не застрахован от подобной реакции близких. Простите, но нам уже пора начинать тренинг. Спасибо, Наташ. Мы позвоним, если появятся вопросы. Или, может быть, господа полицейские желают присоединиться к нашим занятиям? Я уверен, что личностный рост вам не помешает. У всех есть проблемы внутреннего порядка. А вы звоните, когда у вас будут настоящие проблемы, а не внутреннего порядка. Ненавижу этих мозгоправов. Где машина-то? Вот машина, что с тобой? А что со мной? Забыл, где машина? Все, Альцгеймер теперь. Чего ты такой злой? Я не злой. У тебя что-то с этой Наташей было? Что ты себе придумала такое? Я видела, как ты на нее смотришь. На обычных знакомых так не смотрят. Все, проехали. Будешь хорошо себя вести, дам покататься. Пока гаишники не видят. Трудовые заслуги Леонида Красных не раз отмечались грамотами нашего комитета комсомола. А тогда почему вы с ним подрались 3 дня назад? Наболтали уже. Не было там драки как таковой. Повздорил человек, с кем не бывает. Ему, видите ли, показалось, что на стенгазете в карикатуре изображен он, Красных. А это просто случайность. Зазнался, конечно, товарищ передовик, но я провел с ним разъяснительную беседу. Он все осознал. Могу вам еще чем-то помочь? Нет? Ясно. Леша, привет. Привет. О, так вот что у вас за источник, Виктор Сергеевич. Ну что, помогла моя информация? Да. Но, к сожалению, мне не удалось пробиться сквозь оптимизм местного комсорга. Нужно будет еще опросить людей. А ты поговори с Катей Востриковой. Она ответственная за стенгазету. Она мне про драку и рассказала. Ларис, мы после работы собрались в кафе «Лира» на Пушке. Ты как? Кафе «Лира» — это же крутое место. Давно хотел попасть туда. Для начала здравствуйте. Здрасте. Прости. Знакомьтесь, это Паша, мой однокурсник, теперь аспирант. Алексей? Приятно. Виктор Сергеевич. Ну что, рванем в кафешку? Я не против. Ведь ты с нами? Да, много дел. Жаль. Угу. Ну, Алексей, ну вы с нами? В другой раз, может быть. Ну, в другой так в другой. Товарищ лейтенант, в другой раз. Леш, у нас много работы. Всего доброго. Да. Что, твой дядя? Почему ты так решил? Да фиг знает, просто показалось, что вы родственники. А что, не дядя? Не твое дело. Хоть передовик, а вел он себя просто по-хамски. Стенгазету пытался сорвать. Карикатура ему, видимо, не понравилась. А я всю ночь рисовала. Старалась. У вас сохранилась карикатура? Да, конечно. Вот. Сейчас. Похож. У вас талант. Учились где-то? Нет. Не взяли. Ну, я приехала в Москву в художественное училище поступать. Ну, не прошла по конкурсу, по лимиту устроилась в депо работать. Так что вот теперь
Плакат рисую. Угу. Можно? Да, конечно. А за что ж вы так красных в стенгазете пропечатали? Это, наверное, какое-то личное отношение? Приставал он ко мне. Как это приставал? Ну, известно как. Обнимал и всякое такое. Обещал похлопотать, чтобы мне премию дали. А если откажу ему, то не работать мне больше в депо. Почему вы не пожаловались? Кому, кто бы не поверил. Он же передовик. С ним все советуются. Да к тому же стыдно. Раз проставал, значит, повод давала. По-моему, вы недооцениваете коллектив. Да все знают его похождениях. Он ни одной юбки в депо не пропускал. Так уж и ни одной. Да, ни одной. Кроме чуть Нюры. Ну, ей через год на пенсию. Так что начальство закрывает глаза, он видит, на доске почета висит. Бабы молчат в тряпочку, а некоторым нравится. Кому, например, нравится? Я не сплетница. Конечно, не сплетница. Вы свидетель по делу об убийстве. В общем, Красных заглядывал на склад к Анфисе Залыгиной, я видела. Залыгина, что-то знакомая фамилия. Залыгина. Так, Васька Залыгин, ее муж. Висит в доске почета. Работает с ним в одной бригаде, и он нашел его труп. Версия с любовником Радецкой – тупик. Но это еще нужно посмотреть. Что тут смотреть? Штерн действительно психолог, он популярный коуч. У него на сайте полно хвалебных отзывов. К нему на тренинги даже звезды ходят. Куда только наши звезды не ходят. Ладно, что у нас там по другой фотографии? Мы позвонили по номеру телефона с этой фотографии, связались с родителями Жанны. Хорошая оказалась девушка из нормальной семьи из Нижнего. Спуталась с каким-то проходимцем и сбежала в Москву. Родители наняли детектива. Эту Жанну надо найти. И вот еще что. Я связался с начальником УВД, где раньше служил Курмашов. Нам бы характеристику погибшего. Так вот, он говорит, что нормальный был опер, показатели раскрываемости хорошие. Ну, потом от него жена ушла, запил, уволился из органов. В общем, довольно типичная для нашей профессии история. А по его детективной деятельности есть что-то? За пару дней до своей гибели Курнашов просил пробить один автомобиль. Здесь госномер, номер регистрационного свидетельства и данные на владельца Чириков Родион Викторович. Так нужно пробить этого Чирикова. Может быть, он Курнашова-то и убил? Ну, это навряд ли. Сам Чириков уже год в колонии за организацию борделя. Но вот зачем Курнашов хотел найти его автомобиль, вот это нам не мешало бы выяснить. Так что давайте, ройте. Ларчик, ну чего ты сама красишь? Я бы рабочих в интернете нашла. Меня бы привлекла. Танюш, у меня такой опыт, что тебе и не снилось. Я в юности на практике в одном депо целый забор выкрасила. Неплохо. А как твои дела? Как твои мужчины в отделе? Мне кажется, я сегодня познакомилась с бывшей Ваниной девушкой, Наташей Радецкой. Красотка вся такая. А где ты с ней познакомилась? А она свидетель по нашему делу. Детектива, который за ней следил, убили. Есть что-нибудь поесть? Есть. А про любовь тебе Ваня сам сказал? Нет, конечно. Но я же не слепая. Он ее увидел и в кисель превратился. Надо побольше подробностей узнать, а то из него вообще ничего не вытащить. Знаешь что, звезда моя, это не твое дело. Захочет, сам расскажет. Мало ли у кого что было. Или ты ревнуешь? Делать мне нечего. Ревновать к бывшей, которая еще и замужем. Ну, хорошо. Пойдем ужинать. Я тоже голодная. Что он мне нашел? Не понимаю. Сними кепку, пожалуйста. Это муж. Только не ври.
Кирилл с ума сошел. Я ему просто сказала, что на тренинг еду. Прям кулаком треснул. Я аж к стене отлетел. Заявление на него будешь писать? Нет, не надо, я сама разберусь. Ты понимаешь, что ты не должна с ним оставаться? Если в этот раз ударил, следующий может убить. Пожалуйста, поехали в больницу, снимем побои. Слушай, я вот с тобой поговорила, мне уже намного легче. Я от него уйду, Ваня. Я уже решила. Не переживай только, ладно? Спасибо тебе. Не за что. Пока. Привет. Да все отлично. Вечером в клубе встретимся, да? Ты что, меня преследуешь? Я вообще-то за кофе шла. А ты, если хочешь сохранить в тайне свои свидания, не выбирай ближайшее к УВД-кафе. Прости. С меня кофе. Ладно. Чего ты за нее впрягаешься? Она сама в полицию тебе отказалась. Ну ты же знаешь, что это административка. Декриминализация побоев. Ну и что, надо с чего-то начинать. Все, закрыли тему. Насчет дела. Чириков уже год сидит, так? Ну. А машина до сих пор на него записана. За тачкой числится куча свежих штрафов. В основном за превышение скорости в разных концах города. Ну, я тоже не святой. Камерам ксиву не покажешь. Подожди, тачка дорогая. Вряд ли он доверил кому-то постороннему. Зато у него есть младший брат Семен, и он тоже проходил по делу о борделе подозреваемым, правда, отвертелся. Думаешь, младший братец продолжил семейный бизнес? Чем не версия? Пропадает девушка Жанна, а детектив пробивает тачку сутенера. Ну и что мы ему скажем? Здравствуйте, на машине вашего брата числится много неоплаченных штрафов. А вы не убивали частного детектива? Надо бордель искать. Я тоже так подумала. За 2 месяца машина нарушала 7 раз в одном и том же месте. Там камера на пешеходном переходе. А где это место? Вот. Он тут либо живет. Ну, либо работает. Ну, вряд ли на борделе вывеска висит. Надо пройтись по дворам, спросить у бабулек, чтобы опера без них делали вообще. Ревность. Хороший мотив для убийства. Залыгин узнал о шашнях жены и... убил Красных. Ну и нравы в этой бригаде. А еще передовики. Передовики, Алеша, тоже люди, ничто человеческое мне чуждо. Знаешь что, займись-ка любовными похождениями нашего покойного рационализатора. Понял. Я нанимался локомотивы чинить, а не портреты передовикам стекли. Не завидуй, Артюшков. Будет и твоя личность на доске почета висеть. Теперь вторая бригада точно соцсоревнования проиграет. Ну, будем вашу бригаду двигать. Нет, вы, конечно, начальство, вам виднее. Только мне оно нафиг это не упало. Занимайся. Артюшков, а почему вы не хотите быть на доске почета? Примета плохая. Какая примета? А такая. Бригадиру стекло пару недель назад разбили, и на следующий день он в больничку загремел. А теперь вот Красных. Думай, о чем говоришь, Артюшков. Можно вас на секундочку? С бригадиром Гусельниковым случился несчастный случай. Током его шибануло. Ну, а разбитое стекло – просто совпадение. Да не буду я с вами о личной жизни говорить. И все-таки придется. У вас были отношения с Леонидом Красных? Брехня это. Бабы базарные языками чешут, а вы и слушаете. И не стыдно? А еще ведь милиционер. Послушайте, гражданка Залгина, я не из пустого любопытства интересуюсь. Человек убит. Вот навязались на мою голову. Вы хотите, чтобы я своего мужа под срок подвела? Я же не дура. Не было ничего. Вот так и запишите. Ничего не было. Митинг в поддержку Пелтера сколько продолжался? Где-то за полчаса управились. Рабочий день ведь никто не отменял. А-а-а. Осторожно, здесь яма. Спасибо. А Залыгин был на митинге? Залыгин? Угу. Вроде был, а что такое? Нет, вы сообщайте, информируйте, если что. Не, ничего конкретного. Просто составляю картину происшествия. Угу. А вы присутствовали на протяжении всего митинга, да? Нет, я в радиорубку пошел.
Выступление же транслировалось по громкой связи. Ну и потом гимн нужно было в конце включить. А, была трансляция, да? То есть преступник изначально знал, когда митинг начался и когда заканчивался? Получается так. Антон, мероприятие планировалось заранее? Телефонограмма из райкома пришла накануне. Ну, мол, провести мероприятие, отчитаться. У нас в районе на всех предприятиях такие проходят. Антош! Тебе чего, в Острикова? Там студенты бьют. Катюша, мы же договаривались. На людях мы... Хорошо. Где? Отпустите его, подонки! Ну, только портрет поправим аккуратно. Отпусти! Тише, дружок, так и руки можно решить. Запусти же больно, ну! Что здесь происходит? Эти к нам приставали, а Паша за нас заступился. Успокоился? Залыгин, ты за женой лучше присматривай. Вы что тут устроили? Вам не стыдно? Позорите родное депо перед товарищем из милиции, а еще передовики. Да пошли. Вы извините. Так, Залыгин, Гончаров, я вообще с вами не закончил еще. Вы куда? Паш, ты как? Ничего страшного. Держи, защитник. На митинге Залыгина видели многие, но двое рабочих сообщили, что пришел он туда через 5-7 минут после начала. Значит, у него была возможность совершить убийство. Анфиса это хоть и отнекивается, но явно что-то не договаривает. Мужа выгораживает. А значит, у него есть мотив. Ревность. Ревность – это мотив. О, хорошо, что вас застал. Завтра митинг в поддержку Леонарда Пелтера. Явка обязательно. Что, телефонограмма из райкома? Из горкома. Фролов, а ты в курсе, что Пелтер сидит за убийство сотрудников правоохранительных органов? Так американских же. И вообще, Сергеич, а политично рассуждаешь? Завтра в 2 в актовом зале. А за Лыгиным-то что? Алёша. Подготовка постановления на обыск. Учитывая изложенное, имеются достаточные данные полагать, что подозреваемый Залыгин В.Е. имел возможность и мотив для совершения убийства Красных Л.Ф. В личных вещах подозреваемого Залыгина могут находиться предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела. Так, все, девочки, хватит ржать. Работаем. Работаем, девчонки. Кто там? Весточка от Родя для брата Сени. Тихо, Родя, что происходит? Все стоять, полиция! Тихо! Кто у тебя там? Да никто, друг с девушкой своей. Дверь открывай, полиция! Давайте вперед. Сволочи всю рожу покоцали. Я на жалобу в прокуратуру напишу, понятно? Валяй, заодно расскажешь, почему у тебя в борделе прячется вооруженный преступник. А я гостей не обыскиваю. Откуда я знал, что у него ствол с собой? Дурак ты и сволочь, Чириков. Твои гости с девчонками как со скотом обращаются. Радуйся, что без трупов обошлось. Это Жанна. Ты хоть в курсе, что она несовершеннолетняя? Первый раз слышу. Ты глянь, ей меньше 25 не дашь. Он врет, у него мой паспорт. Тут документы Курнашова и телефон, но он заблокирован. К тебе детектив приходил, Жанну искал? Да не знаю никакого детектива. Не знаешь, говоришь? Нет. Человека убили, а вещи нашли в твоей квартире. Подождите, да я понятия не имею, как это. Что вы лепите, да я первый раз. Приходил или нет? Приходил, так он живой был. Это понятно, когда приходил? На прошлой неделе. Слушайте, ну мне убивать его смысла нет, у него на роже написано, что он мент. Он пришел, я бабок дал, он свалил, все. Ну, память вернулась, продолжай. И Жанна, это никто ее не заставлял ехать со мной. Сама запросилась, баба хотела заработать. Ненавижу тебя! Спокойно. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Приехал в Нижний, представился бизнесменом из Москвы. Деньгами сорил.
Я влюбилась в него. Подумала, вот, встретила свое счастье. А дальше в Москве полный кошмар. Он заставлял меня заниматься проституцией, паспорт отобрал. Паспорт вернем. Тебе к родителям надо, они тебя ждут. Дура я. Господи, идиотка. Скажи, ты Курнашова видела? Да. Только я не знала, что он меня ищет. Девочек брал? Нет. Они пошли на кухню поговорить с Сёмкой минут на 10 от силы. И потом он сразу ушел. Полно тут клиентов? Ну, иногда да. Иногда вообще почти никого. А какие-нибудь странные приходили в последние дни? Был пару дней назад один необычный. Не трогал меня. Попросил станцевать стриптиз, расплатился и ушел. Угу. Как выглядел? Не разглядела его лицо. На нем очки были с затемненными стеклами, бейсболка на лбу. Да многие не хотят свои лица светить, и мне, признаться, на их рожи смотреть тошно. Да, Танюш, в стрельбе, конечно, нужно попрактиковаться. 3 выстрела и все мимо – это сильно. Хотя, с другой стороны, хорошо, что мимо, а то бы мы объяснительный замучились писать. Алло? Иван, здравствуйте. Это Роман Штерн, знакомый Натальи Радецкой. Помните? Слушаю. Простите, что отвлекаю. Наталья пропустила 2 очень важных занятия и не отвечает на звонки. Может быть, это как-то связано с ее мужем? Я беспокоюсь. Проверим. Спасибо за сигнал. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Что случилось? Наташа пропала. Я же ее предупреждал. Я поехал к Радецкому. Куда это Ванька так рванул? У него знакомая пропала. Свидетельница по нашему делу проходит. Наташка, что ли? Ты ее знаешь? Ну да. Ты не подумай, я не трепло, но история еще та была. Пару лет назад Ванька втюрился в нее. Крышу у меня снесло. Охапки роз, тусовки в клубах. Чуть со службы не вылетел. Хорошо, что эта звезда бросила его ради какого-то богатого чувака. А Ваня что? А Ваня что? Бухал пару недель, а потом вроде отошел. Только я тебе ничего не говорил. Я понятия не имею, где она. Мы поругались с ней 2 дня назад. Она ушла. Такое уже было. Я заблокировал ей кредитку, так что скоро явится домой, как миленькая. Кончай заливать. Я знаю, это ты ее избил. Что ты с ней сделал? Я эту дуру даже пальцем не тронул. Короче так, если с Наташей что-то случится, будешь иметь дело лично со мной, понял? Я тебе обещаю, пожалеешь, что родился. Ты мне угрожаешь, думал, сопляк? Вань, идем. Вань! Пошел вон отсюда! Не берет. Надо пробить номер Радецкого. Мы же пока ничего не знаем. Ага. Я бы тоже телефон отключила, если бы с парнем поссорилась. В принципе, на Наташу это похоже. Ну да, все девочки одинаковые. Слушай, а давай махнем к нам, надо Ларочку с ремонтом помочь. Поехали, мне все равно надо подумать. Здорово, Ларочка очень обрадуется. Мне кажется, Наташа тебя использует. Не понял, о чем ты. Ну, она манипулирует тобой. У нее семейные проблемы с мужем, а как что не так, есть к кому обратиться в полицию. Вы же встречались раньше. А ты уже информацию на меня нарыла? Ничего не нарыла, просто ребята проболтались. Молодец. Вань, надо взять себя в руки, но не стоит психовать из-за какой-то... Давай я сам решу, ладно? А что это с Ванечкой? Не здравствуй, не прощай. Да злится из-за своей бывшей. Она ей манипулирует, а он этого не видит. Дурачок влюбленный. Таня, Иван взрослый человек. Он в состоянии решить свои личные проблемы. Я просто чувствую, что это плохо кончится. Гражданин Радецкий написал заявление по поводу неправомерных действий сотрудника моего отдела. Вот, пожалуйста. Ворвались в офис, угрожали. Что скажете? Мы не угрожали. Товарищ подполковник, я навел справки и выяснил, что у Дудиной и моей жены были отношения.
Я требую оградить меня от преследования со стороны вашего сотрудника. Да я вас не преследовал. Юрий Николаевич, он избил свою жену, теперь она пропала и на связь не выходит. Чушь, она просто решила гульнуть пару дней. Дудин, в полиции имеется заявление от его жены? Побои сняли? Нет. Наташа отказалась писать. Гражданин Радецкий, вы будете писать заявление по поводу пропажи своей супруги? Не буду, у меня нет оснований вмешивать полицию в семейную ссору. Я сам во всем разберусь. Выводы по действиям своих сотрудников я сделаю соответствующие. Всего доброго. Всего доброго. Вам что, делать нечего? Это хорошо, что он ко мне пришел и не побежал сразу в прокуратуру писать заявление. Чтобы близко даже к нему не подходили, понятно? У него пропала жена. Он свидетель по нашему делу. Если понадобятся его показания по этому делу, я вызову его повесткой. Но общаться с ним будут другие сотрудники. Все, свободны. Какой ляд мне Леньку убивать? Тоже нашли крайнего. Василий, не буди. Товарищи разберутся. А если есть в чем покаяться, то сейчас самое время. Да пошли вы, не в чем не каяться. В день убийства вы опоздали на митинг. Почему? За пивом ходил. На проходной вас не видели. Кто ж через проходную ходит? В заборе дырка есть. Вышел сразу бочка. Вы проверьте. Да мы обязательно проверим. У нас есть постановление на проведение обыска в ваших личных вещах. Откройте шкафчик. Борис Борисович, я больше стекла менять не буду. Я этих хулиганов найду и руки им поотрываю. Опять ты со своими стеклами, как черт в табакерке. Не вовремя тут. Стоп, о каких стеклах идет речь? Да на доске почета. Ночью опять кто-то стекло разбил. Вот я на его портрете. Черт заело. Есть. Возможно, из-за проволоки. Стоять. Это ваши? Нужны кусачки. О всем, что здесь было, не болтать, ясно? Теперь убедились, что это не я Леньку красный грохнул. Это ваша пуговица? Первый раз вижу. Лариса, парень, который за тебя в драку полез, он кто? Паша? А ты его в убийстве подозреваешь, что ли? Или вы, товарищ следователь, ревнуете? Я? Нет, просто интересно. Паша просто товарищ. Просто товарищ. Да? Паша, привет. Ты что тут делаешь? Добрый вечер. Я тут вот это... тебя жду. Это мне? Красивые. Главное, свежие. Спасибо, я их очень люблю. Правда, соседка не разрешает их рвать. Борис, я в кино хотел тебя пригласить. Вот. Что за картина, если не секрет? «Москва слезам не верит», вечерний сеанс. О, я так полагаю, про любовь. А что, нельзя? А чего вы у меня спрашиваете? Вы у Ларисы спросите. Вы же ее в кино приглашаете на вечерний сеанс. Паш, я эту картину еще не видела, но поздно уже. Молодые люди. Мама, а мы вот с Витей, а Паша... Я поняла. Солнце, уже поздно, тебе завтра в университет. И вам, Павел, кстати, тоже. Ну-ка, пойдем.
клумб зачем ободрал? Ну чего, домой проводить? Или сам доберешься? Шпаны развелось. Спасибо. Обойдусь. Прощай, аспирант. Сейчас узнаем. Все-таки функция разблокировки с помощью лица полезная штука. Блок сразу убери, чтобы каждый раз в морг не бегать. Угу. Что там у тебя? Да кажется, это слежка за Наташей. В самом телефоне ничего интересного, но я зашла в облачное хранилище, и вот. Да, Курнашов знал свое дело. Только толку от этого мало. Тут еще очень много снимков Штерна отдельно без Наташи. Ага. Что, глухо? А? Да, глухо. Я всем подружкам позвонил, ну кого знал. И там тоже глухо. Вань, Зуев нам запретил к Радецкому подходить. Но мы можем поговорить с психологом Наташи. У Наташи действительно очень серьезные проблемы с мужем. Что она вам говорила? Я подробности опущу. Профессиональная этика, сами понимаете. Но поверьте моему опыту. Радецкий психопат. Причем с садистическими наклонностями. Вы уверены? На 99%. Когда женщина рядом с ним ведет себя так, как ему комфортно, он доволен. Но стоит ей изменить свое поведение, это запустит хаотичную реакцию, которая бог знает к чему может привести. Может, Наташа специально отключила телефон, чтобы муж ее не нашел? Не исключено. И это правильная тактика. А у вас есть предположение, где Наташа может быть сейчас? Ну, где-то в городе. Сняла квартиру или гостиницу. Но если Радецкий держит ее насильно? Наташа часто ездит с мужем в какой-то загородный дом. Ваш кофе. Спасибо, Лара Андреевна. Смотри, я пробил Радецкого по базе недвижимости. Помимо квартиры, за ним еще числится дом на Можайском водохранилище. А поселок называется Рылеевские угодья. Чем не загородный домик? Съездим? Пафосное название. Точно. Шлагбаум, КПП, видеонаблюдение. Сунемся, охрана сообщит Радецкому, и тогда нам Зуев с тобой точно голову открутит. Ну надо же, как вам повезло со мной. Замечательный кофе, Лара Андреевна. Ну, я не знаю, может быть, нам тогда электриками прикинуться. Нет, мы спалимся, потому что охране сообщают про электриков. Точно. Я говорю, как вам повезло со мной. Никому так не везет, как вам. Ларчик, ты чего? У моей подруги Дины в этом поселке дом. Она все время приглашает меня в гости. Ну, так я позвоню. Вы волшебница, Лара Андреевна. Ну, пока никто этого не опроверг, будем считать это гипотезой. Для меня это аксиома. Ой, Лара, какая у тебя интересная жизнь, а? Я так скучно живу. Спа, дом, иглотерапевт, маникюрша. Ты знаешь, иногда скучно пожить очень даже и неплохо. Наташа?
Николаевич, здесь убитая девушка. Я говорю, труп у нас. Нужно опергруппу вызывать. Записывайте. Эй, ты куда? За все заплатит. Вань! Ваня, стой! Хочешь, сходим на прием в посольство? У меня книга переводов выходит. Да, конечно, хочу. Ванечка, что там? Лара Андреевна, ключи от вашей машины дайте. Да. Спасибо. А где Таня? Ваня! 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 Его надо остановить! Ваня! Господи, что случилось? Ваня! Что случилось? Там на веранде мертвая Радецкая. Дина, все, Дина, соберись, пожалуйста. Мне вот так нужна твоя машина. Нельзя. Опять ты. Аня, вызови охрану, тебе запретили здесь появляться. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Пусти руки, больно, какого убийства? Наташа Радецкая. Наташа убита? Ты что, городишь? Да это же ты, сволочь, убил! Ты же ее убил! Ваня, я требую адвоката! Иван, прекрати! Ваня, успокойся, или я сама тебя арестую. Давай сама. Гражданин Радецкий, вы задержаны по подозрениям в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Вы можете позвонить адвокату. Да убери ты руки, я тебе сказал! А ну-ка тихо там! А, это вы Радецкий. Я на вас своих адвокатов натравлю. Вы у меня еще кровавыми слезами умоетесь. Понял? Понял. Но это ваше право. Адвокат вам положен по закону. Но тело вашей жены нашли на вашей даче. И вы обвиняетесь в убийстве. Я Наташу не убивал. Уведите его. Не ты. Да я допрошу его. Забудь. Да. Я тебя от этого дела отстранил. Я сам его допрошу. А вы на сегодня с Васильевой свободны. Юрий Николаевич. Ванечка, поедем к нам. Посидим, поговорим. Можно? Я вам заключение экспертизы по станку, которым ваш бригадир Гусельников поранился, принесла. Любопытно. В ГУМе в гастрономе болгарский горошек выкинули. Вам надо? Я люблю горошек. Я скажу девочкам. А вы, Виктор Сергеевич? Не до горошка сейчас. Я понимаю, вас Зина снабжает. В заключении сказано, что в конструкцию станка были внесены изменения. То есть удар током Гусельникова не был несчастным случаем? Точно, Алеша. Посмотри-ка у нас картина получается. За последний месяц было совершено 3 покушения, одно успешное. Первое. Бригадир Гусельников получил удар током. Во время митинга был убит рационализатор и бабник Красных. И вчера мы нашли гранату в шкафчике Залыгина. Ничего не напоминает? Нет. А вот так? Так они в таком же порядке, висят на доске почета. Да, только между Красных и Залыгиным еще один портрет. Голиков. Он тоже из второй бригады. Смотри-ка, накануне преступления убийца разбивает стекло на портрете, как бы давая знак. Просто псих какой-то. Нормально, его точно назовешь. Надо проверить все личные дела сотрудников депо. Васильев у аппарата. Гражданка Северова? Иду. Инесса Петровна? Вот вас я не ожидал здесь увидеть. Здравствуйте. И вам не болеть, Виктор Сергеевич. У меня к вам серьезный разговор. Извольте выслушать. С большим удовольствием слушаю вас внимательно. Я категорически настаиваю, чтобы вы оставили в покое мою дочь. Я категорически не понимаю, чем заслужил такую немилость, чем я вам не угодил. Мало того, что вы милиционер, то есть человек не нашего круга, вы еще и разведены. Если бы я был женат, вас бы это устроило? Прекратите издеваться. Это просто непорядочно вскружить голову молодой девочке. Ну ладно она не знает, во что вляпалась. Но я, как мать, буду ее защищать. Я не позволю этим отношениям продолжиться. А я уважаю ваше мнение. Но в своих отношениях с Ларисой я как-нибудь сам разберусь. Извините, служба ждет. Вы не надейтесь, я это так не оставлю. Радецкий. Его вчера отпустили из-под ареста. Алиби подтвердилось. Что ж такое, теперь опять все заново разматывать?
Пойду эксперта встречу, заодно узнаю, может, кто из местных что-нибудь видел. Да, товарищ подполковник. Да, скоро будем. Тань. Паш, ты Ваню давно видел? Вчера вечером звонил ему, предложил встретиться, поддержать, так сказать, товарища в беде. Но он послал меня... Да, меня тоже. Слушай, у меня дело срочное. Закончите без меня, ладно? Лады. Ты выдернула меня со встречи с издателем. Что случилось? Ну и что это значит? Я не ясновидящая, Тань. Я только что с места происшествия. Радецкого убили, а этот рубль я рядом с телом нашла. Ну, это очень мило, что ты со мной делишься деталями своей работы. Ба, ты не видишь? У Вани есть такой. Ты зачем его взяла, детка? Да, Тань, чего надо? Привет. Видеть тебя срочно. Прямо сейчас. Вопрос жизни и смерти. Да я сейчас сам на краю жизни и смерти. Ладно. В душ сейчас схожу и приеду в отдел. Нет, в отдел не надо. Куриный очень хорошо снимает недомогание. Спасибо, Лара Андреевна. Серьезно, не помнишь, как меня послал? Я тебе клянусь, я вообще не помню, что со мной было. А до какого момента помнишь, Ванечка? Ну, помню, как с какими-то людьми пил в баре. Потом, кажется, с кем-то подрался или нет. Потом вообще белый лист, ничего не помню. Проснулся в сквере на лавочке. Где твой рубль? Потерял, кажется. Фигово. Да уж. О. Зачет. А где ты его нашла? Точно твой? Да, конечно, мой, Тань. Чего, я талисман свой не узнаю, что ли? Где ты нашла его? Сегодня у трупа задушенного Радецкого. Радецкий убит? Это что, я его, что ли? Спокойно, спокойно. Пока еще ничего не понятно. Танин дедушка не верил в совпадение в уголовном деле. Смотрите. У вас три убийства подряд. Это уже серия. Но не Ваня же их всех убил. Двоих точно не я. Тань. Ларчик, ты действительно считаешь, что убийство Радецких и смерть детектива Курнашова как-то связаны? Вполне возможно. Взять хотя бы дело, которое я, по твоей милости, собираю по листочку. Вот здесь твой дед разрабатывал версию убийства из-за ревности. А потом на деле... Все оказалось значительно сложнее. Привет рабочему классу! А ничего, что в рабочее время употребляем? Гляди. Оп! С 11 даже Ильич разрешает. Смешно. Ну тогда и мне кружечку, пожалуйста. И им повторите. О! Спасибо. Слушай, Ратишков, ну? Я так понимаю, вас бригада Гусельникова не слишком любит. Между нами. Они любимчики начальства. Вкалывает все депо, а все лавры и премии бригаде Гусельникова достаются. Правильно, мужики? И что, коллектив терпит? А что поделать? Хамоватые они. Любому готовы рот заткнуть. И были случаи. А то. Вот работал у нас мастером ОТК такой Поспелов. Старейший работник депо, между прочим. Тоже пытался критиковать методы бригады. И где он теперь? Где? Уволился.
Попался, гад. Я решил инициативу проявить. Организовал дежурство дружинников на территории депо. И вот, поймали злодея. Сразу вам позвонили. Залыгин. Да вы его так. Перестарались, мальца. Так ведь он портрет хотел разбить. Так свой портрет. Свой. Ты, Демихов, мозгами пошевели. Мне же самому гранату в шкафчик сунули. Может быть, ты сам себе ее и подсунул? На кой оно мне? А чтоб подозрение от тебя отвести. Антон, это называется не дежурство, а самоуправство. Залыгин, вы зачем хотели стекло разбить? Чтобы в живых остаться. И вообще, я увольняюсь. С вами все ясно. Предлагаю всем разойтись по домам. Не хватало тут еще самосуд вершить. Свободны. Вы что, из Залыгина отпустите? Залыгин, жду завтра на Петровке. Поговорим по душам. А, забыл. До свидания. Почему же он тебя пропустил? Слушайте, господа сыщики, вы бы уже взялись за дело как следует, а то трупы поступают как на конвейере. Вот, полюбуйтесь. Смерть наступила в результате удушения, на горле есть стронгуляционная борозда. И, кстати, про конвейер – это не метафора. Смотрим сюда. О! Электрошокер. Как на трупе детектива Курнашова и Наташи. Характерный почерк. Да, у всех трех погибших есть эти ожоги. Первая жизнь не радует, что у меня нет электрошокера. Значит, не я Радецкого убил. А что, были сомнения? У меня к вам просьба. Возьмите у Ивана анализ крови на биохимию. Вдруг что-то найдете. Что-то вы темнеете, ребята. Пожалуйста. Ну, я так понимаю, это нужно сделать неофициально и очень быстро. Хорошо, сделаем. Спасибо. Да, кстати, чуть не забыла. Я тут с коллегами на форуме в интернете обсудила характер поражения при использовании электрошокера и узнала кое-что. Интересно? Да. Подобное дело расследуется в Подмосковье. Там при схожих обстоятельствах несколько дней назад был убит сотрудник ГИБДД. Спасибо за наводку. Уважаемый, у меня к вам один вопрос. Вы этого человека вчера видели? Девушка, уходите, пожалуйста, я очень вас прошу. Мне не нужны неприятности. Я второй раз такое не перенесу. У меня нервы. И друга вашего заберите, пожалуйста. Вань, да ты стал легендой. Вы скажите ему, что у нас к нему претензий нет. Только не надо ходить к нам в заведение. Вы меня простите, я ничего не помню. А что я вчера делал? Вы буянили. Подрались с гостем. Размахивали своим удостоверением, обещали всех нас посадить. За что? За то, что я не стал вам наливать. Официантку за то, что не стал с вами танцевать. Нам бы просто глянуть запись с камеры видеонаблюдения. У вас же есть камера? Как раз спустя минут 10 ваш сотрудник устроил шоу-представление. Понятно, спасибо. Запись мы изымем под протокол. Тебе мужик в бейсболке никого не напоминает? Таня, я ничего не помню. Но под описание мужчины, который был в борделе, где была Жанна, подходит. Слушаю. У Вани в крови обнаружены следы барбитуратов. Доза серьезная. Даже после периода выведения. Он вообще как себя чувствует? Лучше, спасибо. А мужик в бейсболке очень долго терся около вас. Коллеги из Подмосковья поделились информацией. Сотрудника ГИБДД Федора Архипова нашли ночью на обочине. Вот он. Его вначале ткнули электрошокером, но куртка ослабила удар током. Архипов оказал сопротивление. Тогда преступник нанес несколько ударов по голове и задушил жертву. Пропал бумажник. Так что основная версия – разбойное нападение. А шокер? А что шокер? Мало ли кто шокером пользуется. К тому же у этих троих отметина на голове. Архипова явно в бок ударили. А что, если убийца учился на своих ошибках? В смысле? Ну, понял, что через одежду не вариант, и стал бить наверняка, шокером в голову. Смотрите, почерк одинаковый.
Сначала убитый гаишник. Через 2 дня убивают детектива. Затем Наташа. И, наконец, Радецкий. И во всех случаях преступник использовал электрошокер, а потом душил. Связь есть. Согласна, Танюш. Ну, так Радецкий нанял детектива. Причем здесь гаишник? А Радецкий в ДТП не попадали, я проверял. Знаете что? В деле 80-го года преступник оставлял на своих жертвах особый знак. Я как раз читала документы. Смерть наступила в результате падения с высоты. От трупа сильный запах спиртного. Думаю, анализ крови покажет высокую степень содержания алкоголя. Вероятно, Залыгин напился с горя и свалился вниз. Может и так. А может, ему помогли. В карманах что-нибудь нашли? Вот. Я так и думал. Вот эта пуговица с места убийства Красных. Это из шкафчика с гранатой. Это с трупа Залыгина. А бригадир Гусельников? Там, видимо, тоже была, но ее не нашли, не обратили внимания. Сочли, что это несчастный случай. Так это что получается? Убийца знак оставляет? Вы слышали, что в Москве где-то на железной дороге призрак завелся? Призрак завелся? Да. Вы знаете, говорят, что это неупокоенная душа. Репрессированного инженера мстит перед векам производства, что 8 человек убили. Пуговица явно старого образца. Возможно, с кителя инженера. Слушайте, а может, нам Зина не зря про призрак? Алеш, ну ты-то куда? Ну только мистики нам не хватало. Хотя доля правды в этом есть. Нужно покопаться в прошлом. Найти этого мастера уволенного ТК, о котором Ратюшков рассказывал, и поговорить с ним. Степан Петрович. Добрый день. Кто из вас Поспелов? Ну, я, допустим. А ты кто будешь? Майор Васильев, московский уголовный розыск. Мало что. Слыхал я, что в родном депо случилось. Ну, садись, майор. Козла забьем? Раздавайте. От меня-то что надо? Я уж год как в депо не работаю. Ну вот как раз расскажите, почему ушли, зачем, из-за чего, и был ли у вас конфликт с бригадой Гусельникова? Характерами не сошлись. Гусельников вначале вроде нормальный мужик был. А 2 года назад к нему в бригаду Красных пришел. Рационализатор, блин. Я же всю жизнь в ОТК работал. А это отдел технического контроля. И вот этот Красных придумал, как сократить время ремонта тепловозов сразу на 30%. Так и что плохого? А до него разве дураки работали? Его рационализаторство – полная туфта. А ускорение – за счет качества работы. Вы выступали против? Я говорил. Ребят, вы что творите? Это же рано или поздно авария кончится. Подсудное дело. Один состав 1000 тонн весит, а у Гусельникова гайки не докручены. Что начальство говорило? А что начальство? Бригада победитель соцсоревнования. Начальству грамоты в райкоме. Бригаде премии, льготы, даже квартиры обещали в новом доме. Чем все закончилось? Я в ЦК пригрозил написать. А эти передовики подловили меня после работы и лицо начистили. Жена в плащ, не связывайся, говорит. Вот и пришлось уволиться за год до пенсии. Вахтером дорабатывал. Чего застыл-то, майор? Твоя очередь. Рыба. Смирнов. Привет. Да, сейчас позову. Вас, Лариса. Я слушаю. Витя, привет. Ты ведь уже закончил? А давай сегодня по городу погуляем. Я соскучилась. У меня дел скопилось, не могу. Мы ведь с тобой совсем не видимся. Ларис, прости, позвоню сам. Пока. Ну, так мы же на сегодня закончили. Виктор Сергеевич, у вас
С Ларисой что-то случилось? Не, ничего не случилось, о чем-то. Не хотел говорить, но недавно был в кафе «Север», что на Горького. Вот. И там была Лариса. А вокруг нее вился этот аспирантик Паша. Ну, вы помните. Стоп! В своих личных отношениях с Ларисой я сам разберусь. Это ясно, товарищ лейтенант? Товарищ майор, я же вижу, вас что-то тревожит. И с моей стороны не по-товарищески оставаться в стороне. Может, ты и прав. У меня есть сомнения. Сомнения насчет Ларисы? Нет. Насчет себя. Мысли всякие лезут. Может, зря я ей морочу голову. Она юная, ей бы на танцы, а я... А я так считаю. Если любишь по-настоящему, никакая разница в возрасте не важна. Вот у меня дед на 20 лет старше, чем бабка. И ничего, любовь такая, не разнять. Спасибо, Алеш. Вот через 15 лет я буду седым стариканом, а она недавно... Я, кажется, понял, почему преступник пропустил один портрет на доске почета. Почему? Смотри, это портрет рабочего Голикова. Он совсем недавно в бригаде. И? А что, если всех связывает с преступником какое-то событие, происшедшее до появления Голикова? Вот вы голова. Смотри, Поспелов считает, что рационализаторство приведет к аварии. Нужно проверить все данные об авариях на железной дороге за последние 2 года. Инфоцентр еще работает. Давай. Она недавно. Только институт закончил. Вот список происшествий на железной дороге. Завтра один данный по ремонтным работам, которые выполняла бригада Гусельникова. Меня кое-что здесь заинтересовало. Посмотрите пункт 10. Станция Верхнедольск, товарный состав рельсов, пассажирский поезд, есть жертвы, и что? Верхнедольск, мне это название где-то встречалось. Ты чем занимался? Изучал личные дела сотрудников депо. Давай. Вот же, в личном деле комсорга Демихова значится место рождения Верхнедольск, Курская область. Демихов. Алеш, молодец. Районный отдел внутренних дел Верхнедольского райисполкома. Спецтелеграмма. В связи с делом убийства гражданина Красных ЛФ срочно установите личность Демихова АГ, ТЧК. Уроженец Верхнедольска, ЗПТ. Проходил службу в погранвойсках, ТЧК. Тань, старое дело твоего деда, это, конечно, очень интересно. Но в нашем никаких знаков нет. Или мы их пока с тобой не заметили. Давай протокол с места происшествия еще раз посмотрим. Да я не могу уже больше это читать. Веришь, нет? Ну, тогда слушай. У Наташи в кармане губная помада, золотое кольцо, зажигалка, осколок стекла рядом с телом. Ну, что ты там пытаешься найти-то? Визитку преступника? Не знаю. У Радецкого портмоне, кредитки, деньги 15 тысяч, ключи от машины, осколок стекла. Видишь? Похоже на линзу от очков. Не хватает одного фрагмента. Танюх, ты голова. И я, кажется, знаю, где искать этот недостающий фрагмент. У погибшего гаишника что-то при себе было? Есть. У Архипова тоже осколок стекла. Но есть нестыковка. У погибшего детектива осколка не было. Наоборот, этот факт подтверждает нашу версию. Ну-ка, объясни. Что, если детектива убили, потому что он следил за преступником? Тогда он случайная жертва и к мотиву остальных убийств отношения не имеет. Помнишь, я вначале тебе говорила, что преступник не собирался Курнашова убивать? Поэтому он и знак не оставил. Но мы все равно не знаем, что связывает всех остальных. Мне кажется, что гаишник где-то уже мелькал в деле. Среди фотографий с телефона Курнашова. Есть!
Архипов и Штерн. Психолога надо брать. Подожди, рано. Что у нас на него есть? Возможность, видеозаписи с бара, фотографии, в конце концов. Ну подожди, алиби его мы еще не проверяли. На видео не видно лица. А главное, мотив. Без мотива санкцию на арест нам суд не даст. Зачем ему нужно было убивать всех остальных? Значит, давай поговорим с бывшими коллегами Архипова. Год назад здесь в ДТП семья погибла. Вот там джип в машину с дачниками влетел. Жуть, я вам скажу. Так, а Архипов тут при чем? А мы с ним дежурили вместе в тот день на трассе. Я в кафешку отошел, у меня диабет, ем по часам. А он мужика пьяного тормознул на внедорожнике. А тот оказался сотрудником прокуратуры. Ну, он с ним связываться не стал. Отпустил, что ли, его? А что с ним делать-то? Он корочками козырял, попробуй не отпусти. Короче говоря, примерно через полчаса вот этот самый прокурорский на этом самом месте попал в ДТП. В общем, сам погиб и целую семью угробил. Урод. Вот этого, тот, что с Архиповым разговаривает, видели? Да. Он сам остановился, дорогу хотел узнать. Нудный такой, как училка. Архипов все объяснял. В конечном итоге послал его куда подальше, типа, иди, навигатор себе купи. Остается понять, при чем тут Радецкие. Материалы дела с ДТП сохранились? А дело было закрыто в связи со смертью виновника ДТП. Вы знаете, вы в интернете, посмотрите, там есть запись с видеорегистратора погибших москвичей. Народ любит у нас такие страшилки. В МУР ГУВД Мосгорисполкома. Следователю Васильеву ВС. В ответ на ваш запрос сообщаем, что Демихов А.Г. 1959 года рождения из семьи железнодорожников. В Верхнедольске проживают его мать и младшая сестра. Отец, диспетчер железной дороги, проходил подозреваемым в халатности, приведшей к железнодорожной катастрофе в марте 1979 года. Совершил суицид, повесился. Ну, товарняк на красный сигнал семафора проскочил. А там впереди скорой стояла Москва и Евпатория. Что я вам рассказываю? Наверное, сами все знаете, раз из милиции. Там вся бригада машинистов погибла. Ребята наши. Верхнедольские. И детишки из скорого. В пионерлагерь ехали. Надежда Егоровна, простите за настойчивость, но мне нужно знать, почему ваш муж покончил с собой. Да я понимаю, работа у вас такая, спрашивать. Позора не вынес, Гриша мой. Его же решили крайним назначить. Сказали, не вовремя включил красный сигнал. Это вы следователь из Москвы, который по поводу катастрофы? Майор Васильев, московский уголовный. Вы там запишите у себя, что Григорий Демихов не виноват. Он всю жизнь на дороге проработал. Вот спросите у Семеновича, он сам диспетчер. У вас есть какая-то другая версия катастрофы? Да версия имеется. Все дело в тепловозе. У этой машины уже раньше были случаи сбоя в работе тормозной магистрали. Все как-то обходилось. Любой из наших подтвердит. Семенович, скажи. Подождите, по документам тепловоз только вернулся с ремонта из депо имени Жданова. Да знаем этот ремонт, это халтура одна. Мы за ними сами все время подкручиваем да подтягиваем потом. В МУР ГУВД Мосгорисполкома, оперуполномоченному Смирнову А.К. Полученные данные подтверждают причастность сотрудника депо Демихова А.Г. к совершению убийств. А в этой связи прошу установить оперативное наблюдение за подозреваемым Демиховым. Демихов под наблюдением и никаких подозрительных действий не совершал. Будем брать? Я сам, Алеш. Ты иди с товарищем следователем. Важный разговор предстоит. Ты мне самая красивая. Люблю тебя. А я вас ждал, товарищ майор. Вот как. Слежку заметили? Мама телеграмму прислала, что к ней следователь приходил. Мой просчет. Что ж вы не попытались скрыться? От чего мне скрываться? Я ведь не преступник. Правда на моей стороне. Вы простите, товарищ майор, я вам руку подать не смогу. Демихов. Антош,
Я знаю обстоятельства гибели твоего отца. И про несправедливые обвинения тоже в курсе. Пуговицы на месте преступления своего мундира. Подарок от бати этим уродам. Надеюсь, на том свете свидится. Я тебе обещаю, что настоящие виновные в катастрофе понесут наказание. Но ты не имел права брать на себя роль судьи. Только я и имел на это право. Я говорил с твоей матерью. Я понимаю твои чувства. Единственное, что я могу сделать для тебя, это оформить явку с повинной. Суд учтет трагедию твоей семьи. Я еще не решил, сдаваться мне или нет. Не подходить никому! Не пугайте себя так. Я знаю, как с ней обращаться. Тогда продолжим разговор. Давай, давай, живее, 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 быстрее. Организуйте оцепление, ясно? А? Живо! Быстрее. Антон! Тихо, тихо, туда нельзя, тихо. Ларис, помоги. Что происходит? Все хорошо, все хорошо. Это же Васильев. Спокойно, отходим. И вот когда батю похоронили, прямо там, на похоронах, я поклялся найти виновных в его смерти. И ты устроился в депо. Помогла моя служба в погранвойсках. У меня ведь отличная характеристика. Но знаете, что меня поразило больше всего, товарищ майор? Я слушаю, Антон. То, что все в депо знали про этих рационализаторов в Липовых. Но всех все устраивало. Стекла на доске почета зачем бил? Пугать их хотел, чтобы боялись гады. Бригадир инвалидностью отделался, сволочь. И вот тогда я решил действовать наверняка. Залыгина с моста сбросил. Он даже не пикнул. С гранатой осечка вышла. Тогда я подкараулил его пьяного и... Что делать будем, Антон? Что мне остается, товарищ майор? Меня ведь все равно расстреляют. Пускай это суд решит. Ты о матери подумал? Маму жалко. Ну, каково ей после мужа сына хоронить? Так хоть какая-то надежда будет. Суд обещаете? Рычаг предохранителя крепко держите, товарищ майор. А то 4 секунды всего. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка. Может, чеку назад? Даже не думайте, товарищ майор. Как ты от меня далека. Поздно мы с тобой. Все закончилось. Еще не все. Саперы едут. Виктор Сергеевич. Чего-то рука чешется. Выводи людей, Леш. Хочет от меня закрыть.
чистая моя, строгая. Как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. А не то, что жить на земле. Оказывается, я тебя люблю. Никому тебя не отдам. Значит, Радецкие были на месте ДТП. Светлана Бурова еще 40 минут лежала, истекала кровью, пока следующая машина не остановилась. Если бы они вызвали скорую, девушку можно было бы спасти. А при чем тут психолог? Я нашла страницу погибшей в соцсети. Вот фото. Штерн и Бурова. Судя по всему, они хотели пожениться. Выходит, Штерн решил отомстить гаишнику Архипову за то, что тот не остановил пьяного водителя. И Радецким, потому что те бросили Свету умирать на дороге. А осколки стекла из очков погибшей стали знаком, что она отомщена. Вот теперь, ребята, можно брать психолога. Открывай, полиция! Здесь никого. Романа Штерна? Мы уже вызвали скорую. Давайте я вам помогу. Нет. Отца его вы забрали. Но сына моего я вам не дам. Не дам. Я не дам. Она отказалась с нами разговаривать. Требовала, чтобы вы приехали. Она все время называет меня Ларисой. Странно. А как ее зовут? Екатерина Вострикова, 1962 года рождения. Катя Вострикова? Thank you.
Катя, сколько же лет прошло? Вот и встретились. Судьба. Твоя внучка удивительно похожа на тебя. На ту в молодости. Я родила Рому уже после ареста Антона в 81-м. Рома был замечательный мальчик. Такой веселый и умный. Так похож на своего отца, которого он как бы не знал. А фамилия Штерн у него откуда? А, это псевдоним. Рома взяла его, когда занялся тренингами личностного роста. Катя, ты так и не вышла замуж? Зачем? Я любила и люблю Антона всю жизнь. Все силы отдала нашему сыну. Но Рома всегда знал, что его отец настоящий герой. Борец за справедливость. Катя, но ведь Антон убил двух человек. Антон отомстил за смерть отца. Виновные должны были быть наказаны. И Рома тоже так считал. А та девочка Света, расскажи про нее. Ромочка с ней познакомился 2 года назад. Они любили друг друга. Свадьбу планировали на осень. Ну, а тут Светочка погибла. Ее смерть раздавила Рому. Его часть осталась там вместе с ней на дороге. Он сутками пересматривал эту проклятую запись. Бедный мальчик. Мне так жаль его. Тебе? Ты никогда не сможешь понять ни меня, ни его. Кать, я тоже потеряла своего мужа. Единственного мужчину, которого я любила. Не сравнивай. Твой муж был следователь при власти. Он и тогда с Антоном мог все изменить, мог добиться справедливости, но ничего не сделал. Витя был честный человек. И он все делал по закону. Кому нужен этот закон, при котором убийцы остаются безнаказанными? Он вынес им приговор. Потому что один мог бы остановить пьяного водителя, и Света была бы жива. А другие могли бы вызвать скорую, помочь ей, а они проехали мимо. Он был прав. Он был во всем прав. А моя одна навека, звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселее. Да что ж такое? Неужели никогда не научусь? Танюш, ну не всем дам. Ванечка, а дай пистолет. Ба, это очень сложно. Мне уже руки болят. Надо руку немножечко. Ваня, отойди. Лара Андреевна, а вы откуда это умеете? В юности занималась ДОСААФ. А потом с твоим дедом практиковала в тире. Ты молча стояла и смотрела, как я позорюсь.
Ба, ты настоящая партизанка. Танечка, если тренироваться, то получается даже у таких, как я. Так, Лара Андреевна, но по зафиксированной мишени вы попали. А вот так. Серьезный. Очень.